21 ноября стартовала 5-я международная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения-2022». Мероприятие состоялось на базе Института физики Казанского федерального университета. В программу мероприятий входят лекции, посвященные астрофизике и космологии. Спикерами выступят ведущие российские и зарубежные ученые. Также совместно со школой будет открыт научный семинар, где участники смогут представить свои исследования. Это научная конференция, научное мероприятие. Ну, из названия понятно, что это еще и молодежное мероприятие. То есть мы привлекаем на это научное мероприятие много молодежи. Ну, стараемся привлекать. И нацелено это мероприятие именно вот на молодежь. Здесь много будет именно докладов такого обзорного, учебного характера для того, чтобы... Но люди, которые входят в науку, могли это делать легче, чтобы им было интересно и так далее. Петровские чтения начали свою работу в 1987 году совместно с Казанским университетом. Тогда мероприятие включало в себя только летнюю школу. Однако с 2014 года чтения проходят в обновленном зимнем формате. Цели, которые ставят перед собой школы-семинары, заключаются в создании благоприятных условий для овладения современными методами научных исследований на мировом уровне, приобщения молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Не так давно мы узнали о гравитационных волнах вообще, и поэтому такое вот мероприятие стало интересно посетить. Чтения будут проходить до 25 ноября в Институте физики в 110-й аудитории по адресу улица Кремлевская, 16. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.